мое глубокое убеждение, которое я уже полгода пытаюсь донести во все кабинеты и районной власти, городской и областной, и на семинарах в Киеве и в Чернигове, что единственный путь выживания переселенцев на новых местах – это организация вот, общественная. И через активные, инициативные группы этих организаций вот, поднятие людей на местах. И вот по принципу первых переселенцев в Америке. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть организация вот таких вот поселений, общественных организаций и координация всех таких вот центров по Украине. Это единственный путь. Все остальное – выпрашивание денег, выпрашивание каких-то комнат, каких-то рабочих мест. Все это – работа с волонтерами, которые уже сгорели практически дотла. Все это обречено на неуспех. Вот. То есть, как бы… Немножко по-другому смотрю на, это, на нашу ситуацию. Вот. Мне очень не нравится, когда наши переселенцы, вот вы, да, вы видели их беды и все прочее, вот, когда наши переселенцы представляются такими иждивенцами, вот, такими людьми, которые сидят и ждут, пока вот сидят в общежитии и никуда не выходят, и ждут, и вот за этой шторкой сидят, и они за этой шторкой не выйдут. Они не сделают никаких шагов, чтобы и как-то изменить свою жизнь. Такие есть. Это правда. Но они не составляют основное большинство. И мне очень не нравится, когда я читаю СМИ, вот все вот эти вот наши, потому что мы такие же люди. Мы родом с вами из одной страны. Мы жили по одним законам, у нас с вами одни ценности. Вот. И мы прекрасно понимаем, что если мы сами ничего не будем делать, будем сидеть за шторкой, сиди за шторкой хоть 100 лет. Поэтому мне очень приятно, что у нас в организации девочки... Девочки, да? Ну, для меня девочки. В общем-то, нашли к себе, даже не подозревая, тот лидерский потенциал, вот те моменты, предложили свои услуги для того, чтобы решать наши же проблемы. Мы понимаем прекрасно, что мы, если мы лидеры, да, по натуре, да, как-то, то мы должны решать и свои проблемы, и тех людей, которые эти проблемы решать не могут. И вот этот принцип, да, не надо нам рыбу. Рыбу нам дали, когда мы приехали сюда. Спасибо Волыне, спасибо волонтерам. Нам первую помощь оказали. Но первая помощь, она заканчивается в какое-то время. Вот. И это правильно. Вот. А дальше удочка. Пожалуйста. И вот дальше мы сами начали шевелиться, сами начали делать. Не сразу, но вот где-то, по сути, 2015 год, это вот наших больших таких подвижек.